в 20-е и в 30-е годы советский режим искал себя, да, он пытался каким-то образом выстроить систему управления, систему власти, перейти от военного коммунизма к НЭПу. Да? НЭП — это гораздо более свободное время, в первую очередь экономически свободное, но и политически более свободное. Потом в 30-е годы он, значит, там снова маятник качнулся в сторону очень сильной централизации и так далее. Но, наверное, ключевой момент вот того, как политическая структура Советского Союза строилась, и которую мы можем отследить по документам, которые у нас здесь есть в оренбургских архивах, это 1936 год. 1936 год — это год принятия Советской Конституции. Надо понимать, что Советская Конституция 1936 года, ее называют Сталинской Конституцией еще, она вот формально на бумаге была одна из самых демократических конституций мира. Она реально была, вот, она гарантировала, например, свободу вероисповедания. Казалось бы, да, атеистическое государство, все такое, но по Конституции 36 года такое было возможно. И именно поэтому Русская Православная Церковь, которая, как ни крути, была до сих пор довольно мощной и политической силой в том числе, ну, по крайней мере, силой, которая влияла на умы многих людей. Так вот, Русская Православная Церковь не выступила против Конституции 36 года. Вот тут я уже в сферу предположений перехожу, то есть то, чего я по документам подтвердить вам не смогу. Говорят, были переговоры между иерархами Русской Православной Церкви и Сталином, ну, в широком смысле Сталином, да, то есть вот людьми, которые принимали решения, что представителям Русской Православной Церкви разрешат участвовать в выборах, которые должны будут пройти после принятия Конституции. Более того, выборы должны были быть альтернативными. По Конституции они и были альтернативными. Но в 1937 году ситуация поменялась. И когда выборы начались, стало понятно, что на эти выборы не пускают ни одного альтернативного кандидата. Я не буду никаких параллелей проводить сегодняшним днем. Я думаю, что вы сами все прекрасно увидите. Так вот, в 1937 году выборы должны были состояться 12 декабря. Организация выборов началась по всей стране, в том числе в Оренбургской области. Так вот, для меня было просто абсолютным шоком. Я не мог себе этого представить, честное слово. Но представьте себе, в каких-нибудь, в поселке Тургай, где-то на востоке области, собралось собрание колхозников. Ну, то есть, хорошо, селян. Я не знаю, все ли из них были колхозниками, да? И спрашивают, кого вы хотите выдвинуть? Они поднимают руки и говорят, Троцкого, которого в этот момент выслали из страны, который был объявлен врагом народа. Публично. 37-й год. Ребят, репрессии полным ходом идут. Люди поднимают руки и говорят, Троцкого хотим выдвинуть. Естественно, обо всех доложили, всех задержали, посадили и так далее. Это все зафиксировано в документах, которые вот я видел собственными глазами и фотографировал вот на этот самый телефон. Но фишка в чем? Мало того, что они выдвигали Троцкого, например, они говорили, а кого это вы нам ставите? Мы их не знаем вообще. Кто эти люди? То есть представьте себе, на этих собраниях были такие обсуждения, и все это фиксируется. Почему власть, казалось бы, тоталитарное государство, почему она просто не спускала это все? Почему какие-то обсуждения проводила, собирала, значит, всех этих людей в городе, в деревнях и так далее? Это очень интересный феномен. Я не могу вам ответить на вопрос, почему он это делал наверняка. Но я вам расскажу такую вещь. Когда Троцкого того же объявляли врагом народа, или когда там Зиновьева, Бухарина, Каменева, всех этих соратников Сталина, которых по одному потом, или все вместе некоторых, объявляли врагами народа, представьте себе, это не проходило просто, вот там объявили, а здесь такие в газетах прочитали, такие, а, ну да. Было что-то типа всенародного обсуждения. То есть собирали вот в каждой деревне всех колхозников, всех там жителей этой деревни, и говорили. Дорогие друзья, значит, у нас на повестке дня обсуждение, что же нам делать с врагом народа Зиновьевым. И агитаторы специально обучались тому, чтобы настроить эту толпу, чтобы обязательно кто-нибудь сказал, расстрелять как бешеных собак. Давайте, действительно, все поддерживают, давайте запишем, что деревня такая-то просит товарища Сталина расстрелять, значит, врагов народа как бешеных собак. То есть это не какое-то решение типа, которое принималось там наверху. Это какое-то решение, которое типа шло снизу. Типа Сталин такой говорит, как? Весь народ просит расстрелять их, как бешеный собак. Ну я не могу идти против воли народа. Я-то гуманист, конечно. То есть все строилось таким образом. И все эти собрания, выдвижения кандидатов, они проходили ровно точно так же. Агитаторы учились для того, чтобы вот народ типа сам понял важность выборов, сам типа выдвинул этих кандидатов. Как выглядел избирательный бюллетень? Избирательный бюллетень был, ну, напечатан, понятное дело, и там была одна фамилия и еще одна строчка против всех.
То есть даже так, да, Бластрочка против всех, сейчас нет, да? И Бластрочка, значит, против кандидата. Этот самый бюллетень по процедуре вкладывался в конверт. Этот конверт запечатывался, типа, тайно же у нас голосование. То есть еще раз обращаю ваше внимание, что формально по Конституции выборы были безупречные. То есть действительно, вот тайно голосование, кабинки были, как сейчас. Человек шел, там что-то, значит, писал, из одной фамилии выбирая, да? Значит, отмечал, запаковывал этот бюллетень, опускал его в урну. И потом комиссия доставала все эти бюллетени и так далее. И власть очень строго следила за тем, чтобы выборы формально проходили безупречно. Например, по-моему, в Сакмарском районе местный глава по фамилии Романов, я запомнил его фамилию, потому что он, да, на фамилии царя, 37-й год, и он думает, как привлечь... То есть с каждого руководителя района спрашивали заявку. То есть понятно, что когда выборы безальтернативные, важно нагнать как можно больше народу. И, значит, задача обеспечить явку ставилась всем. И вот этот глава района думает, как обеспечить явку. Придумал гениальный, как ему показалось, способ. В районной газете будет напечатана пригласительная повестка на выборы. Но слово «повестка» подразумевает, что типа все обязаны явиться. И это ставит под сомнение принцип добровольности. Это замечает НКВД, изымает газеты быстренько, чтобы они не попали к народу. И его по 58-й статье. 58-я статья — это, в общем, политическая статья, по которой, в общем, большинство и уезжало, связанное с такими делами. То есть, чтобы вы понимали, это не просто каких-то людей, а человек, встроенный в систему, глава района, на секундочку. Чуть он, значит, там неправильно сделал, поставил под сомнение эти выборы, все, его тут же, значит, под арест. Почему? Видимо, потому что даже для тоталитарной системы любой избирательный процесс — это очень большой стресс. Системе очень важно показать, что она опирается на вас, ну, в смысле, на людей, да? Она очень зависит от этого впечатления, и она реально старалась это сделать. Не только глава района, который печатал повестки, например. Какой-то не агитатор, а председатель участковой комиссии, а председатель участковой комиссии должен был разъяснять, значит, жителям своего подведомственного, значит, участка закон о выборах, почему это важно и так далее. Пришел, например, пьяным на такое собрание избирателей. 58-я статья. Есть один такой, ну, забавный случай. Конечно, для него он закончился незабавно. Один представитель комиссии, у него же ключи от избирательного участка. Он его там должен обустроить, подготовить и так далее. Он начал туда женщин водить. Кто-то настучал, все, 58-я статья. Чтобы вы понимали, насколько строго формально важно было обеспечить вот, типа, чистоту и прозрачность этих выборов. Когда выборы уже непосредственно приближались, прокурор области отчитывался прокурору Вышинскому лично по каждому преступлению, которое было связано с выборами. Например, были группы людей, которые призывали бойкотировать выборы. В основном эти группы состояли из верующих, потому что церковь как раз чувствовала себя обманутой. Да? Она поддержала Конституцию 36 года, а ей отказывают в участии в выборах. И они говорят, мы бойкотируем выборы. И надо сказать, что верующие, в принципе, люди на этот момент очень смелые, потому что, ну, это не приветствовалось, да, была очень серьезная антирелигиозная пропаганда, была борьба с церковью и так далее. Но эти люди вот оставались верующими и демонстрировали это. И они, значит, призывали, раздавали всякие там напечатанные записки там и так далее. Ну, напечатанные вряд ли. Записки написаны, что вот не ходите и так далее. Более того, они распускали слухи. Например, что все конверты будут отравлены. Ну, типа вот напугать людей, чтобы они не шли на выборы. Но и были какие-то там попытки убедить. Например, что каждый, кто сходит на выборы, он обязательно попадет в ад. Ну, понятно, да? Потому что большевики антихристы, а ты, соответственно, раз ты пошел, тебе там какое-то число зверя присвоят, и ты все, типа, вот себя там уже вписал в какую-то книгу, которая только в ад попадет. То есть вот какие-то такие были проповеди, так сказать. Но были те, кто сознательно говорил, что мы не будем участвовать в этом, потому что это фейковые... Ну, конечно, они так не говорили, но смысл был такой, потому что это фейковые выборы. И призывали, значит, других бойкотировать. Сам день выборов... Это вообще удивительная вещь. Вы знаете, когда я сейчас читаю про бойкот выборов, там Навальный, там то, сё и так далее, это такой детский сад по сравнению с тем, что было в Оренбургской области в 37-м году. На секундочку, в Оренбургской области только в первую половину дня пошли отчеты о том, что под несколько участков подожгли. То есть пожары на участках. Какие-то неизвестные люди там прибежали, что-то там подожгли, там этот пожар тушили, где-то участок сгорел, где-то наоборот там все потушили. Но тем не менее. Более того, там же висели портреты кандидатов,
так скажем, в зоне, которая перед непосредственно участком. То есть ты вот идешь по коридору, ну, видели, наверное, кто на выборы ходил, вот у нас тоже сейчас там висят какие-то портреты, ну, рвали портреты, прокалывали глаза. Ну, то есть какой-то такой стихийный протест был. Не сказать, чтобы это носило повсеместный и массовый характер, но это было. И я еще раз напоминаю, это 1937 год, разгар репрессий. Разгар репрессий. И люди это делают. А еще одна интересная вещь. Ну, то есть вы хоть раз были на выборах наверняка, но представляете себе, как это выглядит. То есть человек приходит и дает свои документы, записывают его адрес и так далее. То есть все люди, понятно, кто приходит. И что это означает? Это означает, когда кто-то что-то на участке вдруг говорит, что-то неправильное, в кавычках, неположенное, у тебя есть те контакты, ты записал такой-то, такой-то, проживающий по такому-то адресу, сказал вот это, вот это. И этого в отчетах, которые хранятся здесь у нас в Оренбурге, полно. Такой-то, такой-то сказал, какой смысл, что мы выбираем, потому что и так все понятно. Записали, да? Что да мы выбираем просто нового царя, кто-то сказал. Записали, с адресом, с фамилией и так далее. Более того, я еще раз напоминаю, главная цель не результат, который получит блок коммунистов и беспартийных, а так назывался, да, это блок коммунистов и беспартийных, который выдвигался. Важно, какая явка будет. И вот те участки, где не было, там, например, 90% к обеду, а явка общая составила 97 с копейками, да? Значит, нет 90% к обеду. Что они делали? Они шли и, значит, по тем адресам, откуда еще люди не пришли, уговаривали прийти. И если вдруг кто-то отказывался, тоже все записывали, отчет, просим НКВД, значит, заглянуть к ним и все такое. Но самое, на мой взгляд, интересное, после того, как уже выборы заканчивались. Потому что люди действительно в кабинке ведь оставались один на один, камеры видеонаблюдения при всем желании тогда невозможно было поставить. И они на этом бюллетене писали все, что они думают о советской власти. Читать эти бюллетени одно удовольствие, на самом деле, потому что люди писали разное. Но, во-первых, надо отметить, были бюллетени на разных языках. Здесь в Оренбурге раздавали бюллетени на русском, на казахском, на татарском, по-моему, на башкирском еще языке. И вот, кстати говоря, бюллетени на татарском языке, судя по всему, там процент протестных надписей был гораздо больше. И опять же, я всех призываю прочитать книгу Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Это блестящее просто произведение. Вот, мне кажется, оно когда-нибудь попадет в школьную программу. Из современных писателей это, конечно, что-то феноменальное. Там как раз написано во многом, почему именно татарское население очень болезненно воспринимало то, что происходило в 30-е годы. Так вот, на татарском писали, ну, например, что-нибудь типа «Выбирай, не выбирай, а будет все равно этот самый кандидат». Ну, там, да, что-нибудь в этом духе. На русском языке, представьте себе, опять же, это 37-й год, а потом 38-й год были выборы следующие в Верховный Совет РСФСР, то есть тот был Верховный Совет СССР, да, то есть, как мы сказали бы, федеральную, да, структуру. А РСФСР — это вот чуть меньше структур, тоже, да, важная для населения современной России выборы, но, тем не менее, чуть пониже уровнем. Так вот, и там, на этих выборах в 1937-1938 году на бюллетенях писали просто фамилию Троцкий. Зачеркивали. Я, честно говоря, думал, ну Троцкий и Троцкий. Ну, как бы, кто тут в провинции вообще знал, какие у них там разборки были в Кремле? Представьте, оказывается, были люди, которые реально вычеркивали всех кандидатов и писали Троцкий. В итоге, самая моя любимая надпись на бюллетене, она была написана здесь, он вот где-то в центральной части города. По стилю тому, как это было написано, чувствуется, что человек получил очень хорошее дореволюционное образование. Одно предложение. Причем это было не на бюллетене даже, а вот в конверт с бюллетенем была вложена записка. И на записке было написано: «Это есть кукольная комедия». Вот меня, честно говоря, прям это дело задело очень. Да? Очень такая формулировка мощная, которая, мне кажется, описывает очень многие выборные процессы. А вот, но, опять же, возвращаясь к тому, что людям за это было, это как раз была возможность, почему так много писали, гораздо больше писали, чем сопротивлялись, например, там, не приходить. Это была возможность хоть как-то отобразить свое отношение к советской власти, при этом не быть узнанным. Хотя, конечно, и такие бюллетени пытались узнать, кто написал, значит, вот эти гадкие по отношению к советской власти слова, и выяснить, как их потом можно найти и наказать.